пока обрабатывала шерсть, ну, разбирала мусор, в шерсти нашла клеща. Вот я его положила. Он живой. Шевелится. Это вот в этой шерсти. Овцы гуляли в этом году у них. Вот, пожалуйста, видите. Это я сейчас бумажечку его и сожгу. Еще на собаке выпускать не будем. Я так вот бумажечку складываю и поджигаю. И он сгорает, чтобы больше никуда не бегал. Ну вот, один кусочек я обработала. Грязь все сняла. Грязи как бы немного, вот чуть-чуть. Ну, я в кастрюльку собачью положила. Так, сейчас ее будем мыть. Будем ее мыть. Запах, конечно, у шерсти очень хороший. Ланолином пахнет. Очень-очень вкусный запах. В хороших условиях содержались. Вот так вот опускаем. Соды у меня. Я добавила вот АОС с бальзамом. И плюс еще соду. И опускаем. Тепленькая водичка. Градусов 40-45. Чтобы отмылся весь ланолин. Вот так вот. И пусть немножечко постоит. Сразу водичка какая становится. Смотрите. Ну, эта шерсть, конечно, почище, чем вот эта белая была. Но, видите, она как бы нормально. Можно ее повыбирать немножечко. Я только из-за этого и взяла. У них, конечно, вот в этом хозяйстве у азербайджанцев у них и белые есть овечки. Я посмотрела, выбрала, показала, с каких мне овец шерсть именно нужна. Там есть, конечно, чистенькие овечки. Но большинство там, конечно, кошмар. А эта шерсть, это из хозяйства, наша русская семья в деревушке держит. И видите, какое хорошее качество. Сейчас эту чуть попозже буду. Сейчас сначала эту обработаю. Тут тазики маленькие. Забивать я плотно не буду, чтобы она такая вот как в перину рука пускалась. Чтобы каждая ворсинка смогла отмыться. Не надо плотно забивать, потому что и воды не хватит, и моечного средства не хватит. Вот что-то вот, видите, вот такой вот катышек. Надо его тоже вынуть. Ой, это клещ. Ведь смотрите, это уже клещ. Был напившийся. Это клещ. Видите, что мы нашли? Еще одного клеща нашли. Он был закутан в этом... самой шерсти. Так что вот весеннюю шерсть, когда берете, смотрите, в них есть клещи. Сейчас мы вот уже сжигать будем. Ну вот мы замочили. Водичка, видите, не ахти какая красивая. Я это выну, потом заложу в эту же воду и заложу следующую вот эту шерсть. Как вы видели, мы нашли в свежей шерсти с этого года двух клещей. Один еще только залез, а второй уже напился. Клещей, конечно, отпускать на волю не надо. Их надо в унитаз тоже спускать не надо. Они всплывут где-нибудь. Мы их всегда же зажигаем. Заворачиваем бумажечку туалетную, потому что туалетная быстрее горит. И зажигаем. Ну вот. Так вот. Дальше будем смотреть, как будем сушить и как будем чесать.